А теперь я вас рассмешу. У меня был такой случай в Мюнхене, в том зале, где я всегда нервничаю, так же, как в Большом зале. Во дворе нашего триумфа, 24 года, когда... Да. А после этого концерты много лет подряд в этом зале резиденции королевской. Он очень такой страшный зал, потому что он как пенал. Длинный, с очень хорошей акустикой. И... в артистическую невозможно просто войти публике. Поэтому приходит с цепью такой, фуражкой, значит, смотритель и говорит: к вам посетители можно пропустить? Я говорю: да. И вот входит мужчина, с ним две женщины, все возрастные, ну так, 70 примерно лет. Женщины в шляпках баварских с перьями. Он говорит: а дело в том, что очень много лет в программках, вот программы концерта, да, и там написано, там есть биография исполнителя. В данном случае я говорю о себе. И очень часто, много лет путали, писали: родился в таком-то году в украинском городе Ростове-на-Дону. Или в России, в городе Львове. Или в Советском Союзе город Львов. И вот бесконечно эта путаница. Вошел этот мужчина, высокий, стройный, две дамы с ним. Он говорит: то кажите, будь ласка, то действительно, что вы из Львова? Ага. Значит, это правда, что вы из Львова? Я говорю: да. Ну, по-украински отвечаю: да. Он поворачивается к дамам и говорит: то я ж кажу, что тільки украинская душа может так грати. То есть, понимаете, что еще? Ну что, их расстраивать, что ли? Вы родились-то в Ростове, ну, 5 лет вам было, когда переехали родители во Львов. Конечно. Но я теперь почетный гражданин Ростова-на-Дону, там есть фестиваль, один из многих моих фестивалей, и там академия работает, международная моя. Но на самом деле, конечно, меня воспитал Львов. И то, что там, то, как люди, вообще образ жизни, оценки, да? Вкус, стиль, там он вообще не тронут. Город, он не был разрушен абсолютно во время войны, потому что местные жители воспринимали немцев как освободителей, потому что они к этому моменту еще не были готовы. В 1939 году их присоединили к Советскому Союзу, а в 1941 вошли немцы, поэтому это были освободители для них. На самом деле все не так просто, но многие действительно воспринимали, поэтому его не бомбили. И город сохранился, он отреставрирован и так далее. Но люди очень непростые, потому что смесь тут и русская, и украинская, и польская, и австрийская, и венгерская кровь. И люди непростые, и культура. Они ведь в свое время открыли город, сделали совсем открытым для торговли, и таким образом у них не было черты оседлости, и там есть армянская улица, еврейская улица, действовали и синагоги, даже в Советском Союзе, нелегальные, но действовали. Да я знаю, ваш дедушка ходил. Дедушка приходил и мне приносил мацу.